пожалуйста, вот после боя самая первая мысль какая была? Знаете, что было? Радость была. Вот у нас камера. После боя была просто радость на душе. Я ждал много этого. Вот 3 года я этого реванша ждал, и получилось так, как я хотел. Очень рад. Был ли какой-то момент в бою, когда вот вы понимали, что надо сейчас покражать, или наоборот, противник был сильнее? Нет, знаете, у меня в этом бою было только настрой на победу. Я не думал о проигрыше, только победа. Мне нужна была только победа. Альхамдулилла, у меня получилось. Благодаря моим тренерам Антонио Сесе, Роджер Уэлта. Как вы думаете, кто за вас болел больше всего? Я думаю, что больше всего за меня болела моя мама. Она радуется, когда я побеждаю. Она огорчается, когда мне плохо. Я ее люблю от всей души. Спасибо большое.